Здравствуйте! Шалом! Я еду в вашу теплую страну отогреться душой от нашего холода. Надеюсь встретить теплый прием и увидеть знакомые лица. Ведь я еду к своим зрителям, которые понимают меня с полуслова. Эту программу я еще нигде никогда не играл. Здесь будет и, конечно, Зощенко, и Довлатов, но и стихи, и Бродский, и Левитанский, и Пастернак, а рядом с ними Жванецкий, и отрывки из моих кино и театральных работ. Надеюсь, получим обоюдное удовольствие. Та-та, Аня, Лена, Ося, Алина, Раиль Михайлович, конечно, приходите, я вас жду.